Две победы в двух матчах. Таков итог противостояния Сибири против уфимского Салавата Юлаева в регулярном чемпионате. Победа на выезде была одержана еще в октябре, а в понедельник клуб из Башкортостана был повержен и в Новосибирске. Все подробности этой встречи в нашем сюжете. Сибирь под руководством Андрея Мартемьянова на протяжении нескольких месяцев матч за матчем доказывает, что уровень игры команды совершенно не зависит от того, что за соперник оказывается на противоположной стороне площадки. Нынешняя серия тому подтверждение. Локомотив обыграли в овертайме, почти дожали СКА и повторили этот сценарий только с успешной концовкой против Салавата Юлаева. Хозяевам вновь не слишком удался первый период. Матч развивался буднично, а гости вышли вперед, даже несмотря на отсутствие двух своих лидеров Манинина и Хартикайнина. Ну, я знаю, что выхлочно было. Я видел это. Было. Не у всех, но было. Пришлось немножко поднимать народ с парнями. Поговорили после первого периода так. Взбодрились маленько. И команда понимает, что мы от них хотим и что они хотят сами, самое главное. И лезут и выполняют это. Что происходит матч за матчем в раздевалке Сибири – загадка. Но после перерыва команда вновь преобразилась. Хозяева заиграли с позиции силы и следующие 20 минут провели с преимуществом. Пьянов сравнял счет в начале периода, а через 10 минут после головокружительной комбинации Чесалин реализовал большинство. Я думаю, нам нужно больше стараться, чтобы выполнять то, что мы должны. У нас на каждый матч есть хороший план, и мы стараемся ему следовать. В этом залог успеха. Мне сложно сказать, почему у нас не всегда получается играть как надо с начала матча, но, повторюсь, нужно просто следовать плану, играть правильно, и тогда мы будем выигрывать. К сожалению, удержать преимущество в своих руках надолго не получилось. Гостям потребовалось всего 26 секунд, чтобы сделать счет 2-2. После такого, в третьем периоде, Сибирь вернулась к более осторожной тактике, выжидая ошибку соперника. И если в матче против СКА это сыграло против хозяев, то теперь бумеранг вернулся. Сибирь с Красоткиным отбилась в нескольких опасных моментах и поймала соперника уже в овертайме. Олег Ли выбил шайбу у соперника со спины и организовал выход 2 в 1. Передача на Шора и победная шайба американца. Я думаю, наш стиль игры и наш план позволяют нам играть на победу в любой ситуации, создавая такие шансы, как в овертайме. Несколько неплохих атак было и в третьем периоде. Конечно, у нас были и ошибки, но мы знаем, что у нас отличные вратари, которые всегда готовы подчистить за нами. Одержав победу, Сибирь вновь приблизилась к пятому месту в таблице на расстояние 2 очков. Однако у «Авангарда» еще есть матч в запасе. А вот ближайший преследователь «Нефтехимик» позади новосибирцев в 6 баллах. Уже в следующем туре, последнем матче 2021 года, Сибирь может увеличить этот отрыв. В среду наша команда сыграет против нижнекамского клуба на домашней арене.